Привет, друзья! Получила такую небольшую посылку, которую заказывала 11.11. Сейчас буду все раскрывать и показывать вам. Ну вот, все я достала с пакетиков. Сейчас будем рассматривать и показывать буду, что я получила. Но сначала хочу сказать вам, хочу поздравить вас с Новым годом. Это мое первое видео в новом году. Посылка пришла после Нового года. Шла почти 2 месяца. И сегодня у нас 3 число. Я получила товар, сходила, почта уже открылась. Это мое новое видео в новом году. Хочу вас поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем здоровья в первую очередь, чтобы у вас все было хорошо, в ваших семьях царила любовь, счастье, был достаток всегда в семье и здоровья, конечно. Всем крепкого-крепкого. Ну, а я хочу немного сказать про Новый год. Что вот наступил Новый год, у меня много планов, у меня много мыслей, много идей новых, которых я хочу воплощать в жизнь и все показывать вам. Будет много интересного у меня. Так что, кто не подписался, подписывайтесь, оставайтесь со мной. У меня много планов на будущее. Ну, а сейчас я вам покажу, что я получила. Долгожданную посылку, которая так долго пришла. Наконец-таки. Почти 2 месяца с распродажи. Не знаю, почему. Такое первый раз у меня. Вот такие бусины лавы я уже покупала. Только другого цвета. Здесь мне золотой цвет очень нужен был для одних бусиков. Колье. Это 4-й номер, это 6-й. Вот такие ниточки, сантиметров, по-моему, 30-37, точно не помню. Ну, вот такие вот небольшие, но тут достаточно так много на ниточке. Как раз мне хватит для моей задумки. Так что ждите, будет очередное колье у меня. Это золотой цвет. Я не знаю, как он передает. Немного зеленый, наверное. Ну, а так он золотой. Такой, знаете, черненное золото. И это покрытие я уже проверяла. Оно хорошо держится. Не пачкается ничего. Руки не пачкаются. Мне нравятся такие бусики. Камушки. Черную лаву я уже показывала, мне до этого приходила она. Тоже хорошие камни, отличные. Руки не пачкаются, это уже 8-ка, номер 8. И вот много заказала вот таких ронделей разных цветов. Мне нужны были вот такие вот зелененькие. Я заказала их в 2 размерах. Посмотрите, какие красивые. Грани красивые, и поэтому такой блеск дает. У меня тоже есть задумка с таким цветом. Так что тоже будет украшение в таком цвете. 2 размера. Это было дешево очень, я помню. Дешевые были камни. Поэтому я и брала. Вот такие голубенькие. По-моему, тоже я брала их именно для вот этого проекта. Это уже рондели
по-моему, 2 на 4 миллиметра. И здесь прям такие длинные, больше, чем лава. Подлиннее немножко ниточки. Вот такие зеленые, но это уже потемнее зелень такая тоже. Вот посмотрите, как они переливаются. Красиво блестят, да? Такой красивый изумрудный цвет. Вот такими я пользуюсь часто цветами. Поэтому у меня уже мало их осталось. Я их всегда подзаказываю. Мне нравится этот цвет. И много я их пропускаю, как проставочные бусины эти. Они дают свой блеск в бусах и красиво смотрятся. Такая ниточка интересная. Покрытие так, здесь у меня вот такие прозрачные, розовые. Ой, какие красивые! Такие нежные в руке, тоже блестят. Хорошие грани, поэтому блеск дают. И ниточка такая. У меня тоже такие бусины уже были, я тоже их куда-то как проставочные ставлю. Например, тоже вот с розовым красиво смотрятся они. И розовые тоже заказывала в 2 размерах. Вот такие, видите? 2 размера под розовый кварц. Похоже. Но они такие розовые-розовые. А здесь прям на камере жалко, они белее, кажется. Ну а так они вживую прям как розовый кварц смотрится. Нет цвета. Жаль, 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 жаль. Камера не передает. Так, ну давайте теперь посмотрим, что здесь у меня. А, шапочки. Красивые шапочки. Такие я заказывала уже, по-моему, в бронзе. Такие были у меня в бронзе, бронзовые. И мне они понравились. И как раз мне нужны были вот в таком серебре. Почти как античное серебро. Шапочки 8 миллиметров. Сейчас я возьму бусину примерно. Это 10 миллиметров. И посмотрим. Посмотрите, как они хорошо смотрятся, да, с бусиной. 8 миллиметров. Это 10 миллиметров бусина. И 8 миллиметров я тоже делала. Эти шапочки, они хорошо сидят на любом, по-моему, размере. Нет, под рукой у меня поменьше. Жаль, бусин искать надо. Вот такие. Не помню, сколько штук, здесь не написано. Ну, штук, наверное, 30, я так думаю. Но качество хорошее вот таких шапочек. Красиво смотрится. Вот окантовка такая. Так, дальше сейчас посмотрим. Вот такие проставочные бусины у меня в разных цветах есть. А вот в медном, просто я нашла в медном цвете и обалдела, что такие даже в медном есть. Но здесь, посмотрите, здесь есть стразики. Ну, наверное, знаете вы про такие бусины проставочные. Скорее всего, многие уже пользуются. Есть разные цвета камушков, да? А это прямо у меня
медный цвет самого металла. Сейчас я покажу вам. У меня вот, смотрите, в серебре такие есть, но это уже побольше. Это 6 миллиметров, а это 8 миллиметров. И вот они разные есть. Видите, здесь цвета стразиков, камушки, разных цветов бывают. Ну, а здесь белые стразики и медная сама сталь, покраска. Я не знаю, покрашены они или нет, но здесь медный цвет. Вот что я давно хотела. Потому что они как и нарядные смотрятся. Можно и как нарядные одевать, проставить их. Будет блеск давать. Очень здорово. И здесь их, не знаю, штук, наверное, 30. Такие красивенькие. Проставочные вот такие бусины. Так, дальше. Дальше это все в бронзе. Вот такие коннекторы красивые. Это вот, я думаю, серьги делать из них можно. Да, можно и кулон сделать. Посмотрите, какие красивые они. Так все сделано здесь. Четко весь рисунок видно. Здесь несколько есть отверстий. 5. Посередине большая, и здесь 2 по бокам отверстия, так что здесь можно еще и дополнительно что-то присоединить. И сюда можно присоединить. И серьгу присоединяем. Вот, пожалуйста, готовая красивая серьга. Здесь камушки повесить, и здесь какой-нибудь камень. Например. Ну, это, наверное, будет сливаться. Золотой, если поставить. Вот так хорошо сочетается. Вот такие красивые. Здесь 4 штуки в комплекте были. И можно и кулон, я думаю, красивый сделать из нее. Хорошее качество такие. Прям они плотные. Вот сзади. Такие коннекторы. Так, дальше. Дальше такая голова тигра. Тоже бронзовая. Ну, посмотрите, как хорошо все сделано. Такая плотненькая. Металл такой твердый. Не гнется. Кулон, конечно, я буду делать. У меня такая голова. Когда-то давным-давно я покупала. Сейчас вам покажу ее. Покупала такую подвеску я, лет 15 назад, наверное. Только в черном цвете, на кожаном шнуре. У меня было украшение такое, посмотрите. И здесь все в стразиках. И вот здесь она внутри. Посмотрите, я не знаю, что это такое. Может быть, полимерная глина это вылеплена. И закрыты все вот эти дырочки, которые здесь. Они все закрыты вот этой вот черной. Я не знаю, что это. И закрыто, да? Вы посмотрите, все отверстия закрыты. Просто черное проглядывается. И вот такой у меня кулон был. Но он тяжелый. Я не знаю, что дает такой вес, то ли металл, то ли вот эта черная пластмасса или полимерная глина, такая плотная, не знаю, что это такое. Я носила его долго на черном шнуре, потом уже черный шнур у меня потерял хороший вид, я сняла его и храню. И тоже у меня мысли сделать таким кулоном красивое колье. Но это потом уже, ладно. Откладываем, смотрим на вот этот кулон. Что можно с ним сделать? Можно и так, конечно, его подсоединить на колье, но я думаю, можно и украсить.
также сюда можно что-то положить в это углубление. Можно наш фетр туда, наверное, и можно украсить это все стразиками. Глазки сделать красивые, зеленые. И вот такой кулон подвесить. А так он, мне кажется, немножко простоватый. Ну, а так красивый он, конечно. Украсить его, и будет очень красиво. Так что все впереди. Видео будет тоже с ним. Буду придумывать что-то. Ну, а это любимый Швензе магазин. Вот такой вот Янаси, как написано. Это была новинка. Этих Швенц была новинка, потому что я подписана в этом магазине. И у них в новинках я смотрела. И как раз эти Швензе были новшества, как у них. Я увидела в медном цвете. И думаю, надо покупать обязательно. Потому что, сами знаете, в медном цвете найти Швензе очень проблематично. Потому что не всегда найдешь красивые медные Швензе. Сейчас посмотрим, что это такое. Я еще не смотрела, если честно. При вас открываю. Но тут такой медный цвет, знаете, он слишком яркий. Медный цвет, он, ну вот, как у нас есть другие, не такого цвета. Вот я достала Швензе. Знаете про эти Швензе многие уже. Вот смотрите, как они отличаются. Цвет не такой. Он более такой яркий и глянцевый. Ой, вот в чем проблема. Что здесь, конечно, они, наверное, покрашены, скорее всего. Берут эти Швензе и красят. Это я так думаю, потому что неестественный бронзовый медный цвет. Неестественный. Видно, что это уже... Ой. Прокрашено что-то. И такие же вот я взяла немного рисунок другой впереди. Вот такие красивые, да. А тут еще и проба стоит, только проба чего? 925. Но это ж на серебре они ставят. Значит, они были сначала серебряные, они их покрасили. Ну вот неизвестно, как будет держаться эта краска. Ну, будем пробовать, конечно. Ихняя новинка. Будем пробовать. Вот взяла такие и такие для пробы в медном цвете. И нашла ж такие точно в бронзе. Тут пока откроешь. Вот я все достала, чтобы не шелестеть. Вот такой цвет бронзовый, тоже неестественный бронзовый. Тоже видно, что это все прокрашено. Ну ладно, будем смотреть, как оно будет себя вести. Я думаю, с этим ничего не случится. Будет держаться хорошо эта краска. Такие наши уже многие знают про эти Швензе. Они их взяли, покрасили и нам продают их за бронзовые и медные. Даже вот, знаете, тут плохо прокрашено, как черная где-то краска выступает. Как будто
знаете, бронза такая античная. Вот если вам видно. А, ну ничего страшного, я думаю, в этом нет. Ну, будем носить и смотреть, как они будут себя вести, эти новшества. Ну и, конечно же, мои любимые листики. Я еще заказала. В золотом и серебряном цвете. Очень их люблю. Кто не знает про эти листики, это коннектор. Здесь петелька, куда можно приделывать любой кулон. И цепляем на украшение. И закрываем. Вот такую можно подвеску делать с такими бейлами. И делаете съемный. Хотите, носите с ним, хотите, не носите. Вот такая подвеска. Красивая. Тут уже подвеска сама красивая. Вся в стразиках. Я уже показывала не раз эти подвески. Я их очень-очень люблю. Ну, вот такой товар у меня был сегодня. Ну, а кому понравилось, ставьте пальчики, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!